Он в гости меня приглашал вчера. Прошу, по-соседски, не церемониться. И, кстати, я думаю, познакомиться вам с Милой моей давно пора. Не знаю, насколько она понравится. Да я и не слишком ее хвалю. Она не мыслитель и не красавица. Такая, как сотни. Ничем не славится. Но я, между прочим, ее люблю. Умчался приветливый мой сосед. А я вдруг подумала ему во след. Не знаю, насколько ты счастлив будешь. Много ли протянется это лет? А что будет дальше? Но только нет. Любить ты, пожалуй, ее не любишь. Ведь если душа от любви хмельна, то может ли вдруг человек счастливый хотя бы помыслить, что вот она не слишком-то кажется и умна, и вроде не очень-то и красива. Но можно ли жарко мечтать о ней и думать, что милая может статься не чем-то от сотен других людей, не может в сущности отличаться? Нет, если любишь, то вся она бесспорно же самая романтичная, самая-самая необычная. Ну, словно из радости соткана. И все недали, и в ненастной мгле горит она радугой горделивою. Такая умная и красивая, что равных и нету ей на земле.